Рамзана, камера, ты так же двигайся! Сила, гибкость, техника и скорость реакции – все это обязательные качества хорошего борца дзюдо. Здесь лучшее. 110 участников турнира с внушительной географией, 23 субъекта России. Девочки в моей весовой категории попались достаточно такие серьезные. Есть призерка России, поэтому схватки покажут, я не буду загадывать. А бороться спортсменам есть за что. На кону статус мастера спорта. Статус соревнований – это мастерский турнир, скажем так. Спортсмены, которые занимают первое место в весовой категории, если определенные условия всероссийской классификации выполняются, то им присваивают звание мастера спорта. Но также имеют право и участвовать мастера спорта, поэтому это спортивный принцип. Эти спортивные принципы в Барнауле чтят ежегодным турниром уже около 30 лет. Он посвящен памяти борцов дзюдо и самбо Алтайского края. Всем алтайским борцам известны фамилии Зверева, Малютина, Анохина, Еремина. Поколениями они участвовали в этих соревнованиях. Честь и гордость за то, что я борюсь и живу в Алтайском крае, где боролись такие борцы. По итогам соревнований выберут победителей в каждой весовой категории. Всего их 8. Это значит, что на пьедестал второго места поднимется 16 победителей, мужчин и женщин. На пьедестал первого места столько же. А вот на пьедестал третьего места поднимется победителей в 2 раза больше, потому что на третье место выбирают по 2 победителя в каждой весовой. Победителям полагаются не только медали и дипломы, но и денежные премии, статус мастера спорта. А ради этого можно проехать и пол России. Дарина Миллер, Илья Халяпин. День с толком.